Фестиваль «Арт-осень» ВГУ 2019 подошел к своему завершению. 1 ноября с главной сцены университета звучали имена победителей и призеров конкурсных этапов самых ожидаемых мероприятий осени. Стоит отметить, что борьба за главный кубок фестиваля была нешуточной, ведь для победы необходимо было достойно представить свой факультет во всех испытаниях. Такие мероприятия, как «Арт-осень», позволяют раскрыть таланты студентов, позволяют окрылить будущих менеджеров, будущих педагогов, будущих специалистов своего дела. И я убеждена в том, что если человек талантлив, он талантлив во всем. Первыми были названы имена победителей выставки «Территория студенчества 3.0», которая создавала праздничное настроение всем студентам на протяжении всего фестиваля. Дипломом в номинации «Специальный приз жюри» были награждены педагогический факультет, факультет физической культуры и спорта и факультет математики и информационных технологий. Победителем выставки стал исторический факультет. Новинкой этого года еще одним этапом фестиваля стал конкурс видеороликов «Вайн с преподавателем», площадкой для проведения которого стала социальная сеть Instagram. По решению жюри места распределились следующим образом. Третье место – педагогический факультет. Второе место – факультет физической культуры и спорта. Первое место – художественно-графический факультет. В рамках фестиваля состоялась и торжественная церемония чествования студенческих отрядов первичной организации ООБ РСМ. В номинации «Лучший студенческий сельскохозяйственный отряд» лучшим стал отряд имени Героя Советского Союза Базовского. В номинации «Лучший студенческий педагогический отряд» победителем стал отряд «Альфа» имени Героя Советского Союза Ивановского. По мнению организаторов, в этом году фестиваль запомнится всем не только как время креативных студенческих конкурсов, но и как пора рекордов. Подтверждение тому – 37 команд-участниц на Кубке ВГУ по интеллектуальным играм. Победителями первого тура стал факультет математики и информационных технологий. Второе место занял филологический факультет. И третье место – факультет социальной педагогики и психологии. Конкурс «Грация и творчество. Мисс Дюймовочка-2019» стал настоящим осенним подарком. Милые образы участниц, романтичная атмосфера конкурса и теплые эмоции зрительного зала никого не оставили равнодушным. Вторая вице-мисс – Яна Франкова. Первая вице-мисс – Полина Селивончик. Обладательница титула «Мисс Дюймовочка-2019» и победительница конкурса – Регина Розенцвайк. Традиционным конкурсом фестиваля стал курс молодого студента. На протяжении двух дней все первокурсники ВГУ демонстрировали свои таланты в творческих программах на тему «Мой старт в успешное будущее». В номинации «Вокал» победителем стал студент художественно-графического факультета Михаил Могучий. Самыми танцующими стали представители биологического факультета. Творческий номер «Народный танец» стал победителем в номинации «Хореография». Творческая команда педагогического факультета стала победителем в номинации «Лучший номер». Победу в номинации «Лучший конферанс» одержал студент биологического факультета Андрей Молотовник. В номинации «Лучшее актерское мастерство» были награждены Степанова Марина, Котова Дарья, Андрей Кротов и Денис Стрик, а также творческая команда педагогического факультета. Специальная номинация жюри «Лучшая шутка» досталась факультету физической культуры и спорта. Победителем номинации «Оригинальный жанр» стал факультет обучения иностранных граждан. Специальный приз жюри – факультет математики и информационных технологий. Ну а приз зрительских симпатий достался Сергею Кривицкому. Победителем номинации «Лучший сценарий» стал исторический факультет, а лучшая режиссура – педагогический. Самыми долгожданными стали имена победителей конкурса творчества первокурсников «Курс молодого студента». И вот они, долгожданные итоги. Третье место – юридический факультет. Второе место – исторический факультет. Первое место – педагогический факультет. Абсолютным победителем и первым обладателем переходящего кубка фестиваля стал педагогический факультет. Самое сложное – это тот штурм мозговой, который шел на протяжении всей подготовки. Все уставали. Плакали, кто-то ругался, но все равно, вот этот вот самый тяжелый момент был. Мы как-то верили, ну, должны. Вот мы просто готовились, мы готовились, и, ну, довольны все, да? Да! Вот. Ожидание, так сказать. В реальность превратилось. Да, вот, именно оно. Имена лучших из лучших названы, конкурсные мероприятия завершены. Мы поздравляем всех победителей с заслуженными наградами и говорим до встречи на новых творческих проектах университета. Елена Юхно, Александр Гергаев, ТВУ.